Мое мнение, что до тех пор, пока можно продавать хорошо на российском рынке, на белорусском или на любом другом, пока нам сейчас комфортно, не нужно расслабляться и искать альтернативы на других рынках. Те же самые азиатские рынки или Евросоюза. Я знаю другие прецеденты, когда люди очень хорошо продают свои товары на европейских, на азиатских рынках и ни в коем случае не хотят связываться с российскими рынками, с российским рынком или с белорусским, который он имеет очень сильный контроль от государства. Здесь не идет речь о рыночной экономике, там идет очень сильный контроль государства. И в момент, когда у нас возникают какие-то маленькие такие конфликты, скажем, с руководством этих стран, то это сразу может отразиться на любом из этих производителей. Если у тебя не обеспечена хотя бы половина того товара, который производит, что нет уверенности в том, что он уйдет на другой рынок в любой день, то, по-моему, это очень рискованно.